Тільки сміливі ризикнуть дізнатися, що про них думають інші. В ефірі «Поза очі» – програма про те, які зірки насправді. Сьогодні Оскар Кучера. Здравствуйте, Оскар. Здрасте. Да, рад очень нашей встрече. Как долетели? Доехал. Доехали? Доехал на машине, да. А почему не рискнули лететь? Нет, просто сейчас в связи с тем, что рейсы от Москвы до Киева лежат через разные города. Стамбул закрыли в связи с эпидемией коронавируса, с пандемией, да, получается. С Минском, сами знаете, какие проблемы, поэтому очень трудно попасть по датам в вылеты, чтобы они совпадали с... Ну, условно говоря, если у меня съемки здесь начинаются, допустим, 20 числа, то иногда мне приходится вылетать 18-го. А у меня здесь так получилось, что накануне у меня была премьера спектакля, и я до вечера, соответственно, был в театре, и в 5 утра выехал сюда на машине, потому что через день мне нужно было уже сниматься. Так что две машины до границы, границу пешком, да. И от границы уже на... Ну, слава богу, что эти всякие запреты и глупости, они не стали препятствием. Мы с вами здесь встречаемся. Кстати, а что привело вас в Киев? Снимаюсь в сериале здесь, картина у Сергея Щедрина, называется «Провинциал». Много московских артистов снимается, ну, российских mm-hmm. я имею в виду, не обязательно московских, и много киевских артистов замечательных, украинских. Вот, так что, слава богу, что вот среди нормальных людей, да, я считаю большинство все-таки людей нормальными, нет вот этой вот политической истории никакой, нам даже в голову не приходит это обсуждать или что-то такое, потому что да, есть для нас разницы нет. Да, есть работа, есть зритель, есть любимое дело. И да, есть друзья, есть... Да. Когда я сюда первый раз поехал, вот на предыдущую картину, мне mm-hmm. мои знакомые говорят, как ты в Киев и что, как там? Я говорю, ребята, офигенно! Тут просто здорово! Кайф! И сейчас вот мы буквально перед тем, как к тебе прийти сюда, да. Я разговаривал с коллегами моими из Москвы. Они говорят, как мы тебе завидуем, как мы хотим в Киев. Я говорю, ребята, здесь хорошо. На самом деле мы ждем, не только мы, телеканал Интер, а все наши зрители, все очень соскучились. Спасибо огромное. И всегда очень рады таким спасибо, встречам. Спасибо. Я знаю, когда вы вели шоу на НТВ, вы никогда не задавали желтых вопросов. Вопросов ниже плинтуса, да, ниже пояса, вот так вы называли. Все шоу я, конечно, не проверял, но так сказали в интервью вы однажды. Да, что не было таких вопросов. Ну, не то, что не было, они были, просто я их не задавал. Ну, в сценарии, знаешь, вот как у тебя написан сценарий, да, и нужно задать вопрос. Я понимаю, что вот я бы в жизни задал вопрос такой человеку. Нет, не задал. Но и здесь я не буду. Да, задавать. Но ведь желтые вопросы — это рейтинги. Слушай, ну рейтинг, мне кажется, заключается с тем, вернее, достичь можно высокого рейтинга не желтыми вопросами, а правильными вопросами, выводящими человека на интересные ответы. Понимаешь? А это уже работа. Конечно, легко спросить. Скажи мне, друг, ты приходишь ко мне, я говорю, а ты гей или нет? Вот я слышал, что ты гей, например, да? Или, я не знаю, там, а я слышал, что ты с бабушками развлекаешься. Это правда, да? А какая у тебя зарплата? Ну, нет ничего проще спросить. И все такие, опа, что он ответит. А Кучера молодец, смотри, какой вопрос задал. Острый. Это же не острый вопрос. Это вопрос гадкий, глупый и ни к чему не приводящий, кроме как ставит человека в неудобное положение. Ну, Оскар, вот я сейчас я задаю гей. Этот вопрос. Я тоже. Я думал, ты сейчас спросишь. Я не против, пожалуйста, ребята. Там что угодно. Это не мое дело. Нет, у нас... Я почему сейчас задаю этот вопрос? На самом деле, я ответ на него знаю хорошо, потому что я веду подобный проект здесь, на украинском телевидении, mm-hmm. уже очень давно. Но единственное, мы не про желтое, у нас очень велика социальная составляющая, mm-hmm. но, тем не менее, тоже приходится сейчас задавать неудобные вопросы. Yeah. Вот, поэтому у нас много общего, мы приблизительно ровесники, к тому же, я тоже многодетный отец, да. Вот. И у меня трое. А у меня пятеро. 5-3, я победил. Есть чего стремиться. Но вдвоем можем открыть детский садик небольшой. Предлагаю для начала перейти на «ты», не против? А то я начал уже перешел, извини, пожалуйста. Да, у тебя вообще, да, поэтому мне тоже так будет комфортнее. Конечно. Давайте сейчас посмотрим. Фрагмент шоу. Я когда-то смотрел эти программы и сам не знал, что стану на ту же стезю. Так. Белый снег, серый лед, на раскрасковшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город дорог на петле. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором.
Блин, этот номер был, конечно, трэш. Если спросишь, я тебе расскажу. Эмин Вайнхаус. Это Оскар Кучера, браво! А как ты считаешь, во сколько лет нормально становиться отцом? Мне кажется, нормально становится отцом во столько, во сколько человек... Да, оставьте вы этот этаж в покое. Ну люди потому что живут. Оставьте, живут очень мало людей. Да прекратите, девочки, вы что, совсем, что ли? Да причем здесь этаж вообще? Ну кто-то может себе купить этаж, а кто-то может купить. Причем здесь этаж вообще в другом. Бородатый. Да... Скандальный эфир, кстати, был, да? Да, у нас каждый эфир был практически. Но вот именно эта программа, она, это же о дочери Любы Успенской, да? А, и да, наверное. Звезды да. сошлись, да, по-моему, на этом уже распались для тебя, да? Ты тогда ушел из канала. Ну, скоро. Я не с канала ушел, я из программы ушел. И реплика вот эта вот, устал ковыряться в говне. А так можно говорить, да? Ну, да, мы же говорим правду. Это в сердцах было сказано или действительно? Ну, я очень долго, честно... Прям пытался с собой бороться. А, ты понимаешь, в чем дело? Тут же как бы все совпало. Это не потому, что я такой крутой и, знаешь, не хочу больше в дерьме ковыряться, поэтому я ухожу. Нет, не так. К этому очень долго и много подводило разных факторов. Мои разговоры с продюсерами на тему того, что мы тебе даем вопросы, ты их должен задавать. Mm-hmm. И мои ответы, ребята, я способен сам задавать вопросы. Мне есть что сказать. Мне хватает образования и эрудиции для того, чтобы задавать вопросы. Даже в подобных шоу. Часто ты спорил, да? И да, к сожалению, да. И когда я понял уже, что... Ну и продюсеры поняли в то же время, да, что нет смысла дальше со мной возиться и сопротивляться. Я понял, что нет смысла дальше доказывать, что я не верблюд. Но и... не было такого, блин, а что дальше? Вот я поругался, ушел, хлопнул дверью, зачем? Да нет, ну... Слушай, у меня не было возможности сниматься в кино на протяжении 3 лет. Я за 3 года снялся, по-моему, в 2 картинах. Просто не было времени, потому что у меня программа занимала огромное количество времени. Дело не в том, сколько мы ее снимали, а это раз в неделю на протяжении всего года, каждую пятницу я в Москве. Понимаешь? И я не могу уехать, например, там, в Киев сниматься или куда-то еще, или дать занятость, да, мне говорят, слушай, у нас там по пятницам съемки. Ну, в общем, хлопнул дверью, отрезал якорь, который позволил... Вот да как-то... я не хлопал дверью, не было такого, что я хлопнул дверью, нет, мы разошлись, окей. Мы обоюдно закрыли ее для слушай, себя только просто. Что мы смотрели нарезку из твоих программ. Пародия на Эми Уайтхаус. Слушай, это была достаточно забавная история, потому что я вышел на сцену, да. И должна была начаться музыка, но музыка не началась. И я на протяжении 40 минут стоял на сцене. И 40 минут это был ржач, потому что, знаешь, я вошел в образ, и я себя вел как Эми Уайнхаус, которую я видел, да. Долго снимал очень. Да. И, конечно, это не вошло в программу, да, это было до начала номера, но когда я уже пел, уже не важно было, как я пел, не важно, потому что уже жюри было мое абсолютно, и весь зал уже просто со смеху лежал. Знаешь, я уже потом смотрел нарезочки некоторые, это было действительно смешно, потому что я, ну, абсолютно наркотически пьяный угар делал, причем очень спокойный, без хамства. Ну, знаешь, как-то вот да. В женском образе это было забавно. Ты упомянул сериалы, да, в которых очень много снимался и снимаешься. Что для тебя хуже? Ток-шоу с желтыми вопросами или роль в сериале, как говорят, в мыле мыльном? Слушай, ну я стараюсь не сниматься в том, что для меня хуже. Ну то есть я не соглашаюсь на такую историю. Но все-таки, историю. Что менее профессиональное зло, как считаешь? Я даже, ну, у меня нет ответа на этот вопрос, дружище, прости, я правда искренне тебе говорю, не лукавлю, потому что... Все работа, да? Да нет, дело не в этом. Когда ты чувствуешь себя неуютно и некомфортно, какая тебе разница где, в метро или в машине, правильно? Но стоп, а все-таки вот если говорить о семье, 5 детей, их нужно обеспечивать, то есть нужно, все-таки нужна стабильность. Нужно, может быть, иногда терпеть и делать работу, которая, слушай, может я быть, благодаря не своей мудрой жене нравится. Правильно вложился... Поэтому я не завишу от телевидения или кинематографа. Я в жизни себя чувствую нормально. Правильно вложился? То есть это какая-то инвестиция? Ну да, ну, у меня есть бизнес, которым да, я занимаюсь. Да. Это здорово, конечно, получать деньги за свою работу, это правильно. Да, но если вдруг я понимаю, что уж прям вот в каждую клоаку я не полезу. Да, то есть я стараюсь, ну, как-то выбирать. Ты сказал, благодаря моей мудрой жене... Ты же ведь тоже, когда ты был героем «Желтой прессы», да, и обсуждали, может быть, на каких-то ток-шоу, твою личную жизнь. Какой подлец, роман на стороне, так с женой поступил.
Каково оно было? Ну, плевать. Говорите и вы. Знаешь, есть такая хорошая поговорка. У меня папа всегда так говорил. Он говорит, и что? Знаешь, если вам говорят спину, значит, вы идете впереди. Ты знаешь, ну, ситуация же не совсем такая, что я такой подлец и все. Ну, были отношения у меня, замечательные отношения, они закончились. Но при этом ты же знаешь, что отношения могут закончиться, а люди еще не развелись. Да, официально. Да, и при этом обе забеременели. Ну, слушай, а кто из нас без греха? Ну, слава богу, что это женщина в данном случае. Ну, дети же не без родительского внимания, правда? Нет, дети не без родительского внимания. У моего старшего сына другая семья. У него другой папа, которого выбрала ему моя бывшая жена, соответственно. Замечательный парень, хороший. Поэтому в данном случае он не был оставлен. Но наши отношения, к сожалению, там, повлияли на наше общение с сыном, со старшим. Но сейчас, слава богу, наверстываем как-то. Хотя, конечно, хотелось бы больше, но, знаешь, так бывает, это, ну, независимо, когда люди живут вот совсем прям разными, да, мирами, очень трудно вдруг в один момент стать сыном и отцом. Ну, это невозможно практически, да, поэтому, конечно, наше общение нерегулярно, и с моей стороны, наверное, есть там куча косяков на эту тему. Ну, это жизнь. Возвращаемся к профессии. Твой первый кастинг на MTV, который закончился как-то очень нехорошо для тебя, там какой-то скандал получился, полная фиаско, да? Ну, что не скандал, никакого скандала не было, я тебя умоляю. Я просто пришел попробоваться, мне сказали, да, мальчик, лучше тебе этим не заниматься, ты профнепригоден, условно говоря, к этой профессии, займись чем-нибудь другим. И телеведущим тебе не нужно быть. Это было ровно за год до того, как я получил премию «Овация». За год? За лучшего телеведущего в развлекательных программ, да. А что тогда пошло не так? Да все, не знаю, что пошло не так. Просто, ну, я же не $100, что всем нравится. Ну, кому-то я не понравился. Я тебе скажу больше, что когда я пришел на Муз-ТВ, а, кстати, MTV-шники ко мне подошли, когда я получил овацию, буквально на праздновании, по-моему, это говорит, не хочешь к нам? Я говорю, ребят, я для вас профнепригоден. А, было это 2002 год, по-моему. Такая обида давала топливо, чтобы не развериться? Знаешь, я тебе скажу больше, что это меня немножко поломало, потому что, когда мне предложили прийти на кастинг на Муз-ТВ, я 2 месяца ждал. Мне сказали, что у нас идет отбор ведущих, попробуйся. И мне было страшно, потому что я подумал, ну, мне на MTV сказали этим не заниматься, ну, сейчас пойду, и сейчас еще раз скажут, я вообще себя потеряю. И мне было достаточно трудно, скажу тебе правду. Но пошел. И когда я начал уже работать на Муз-ТВ, когда у меня уже были свои эфиры, я каждый день я работал на протяжении 3 лет, у меня, по-моему, не было вообще выходных. Получилось так, что у нас была модератор, замечательная Оля Кондратюк, которая мне сказала, Оскар, тебя уволят. Потому что мы после каждого эфира или в конце каждой недели, по-моему, да, это было в конце каждой недели, мы собирались, и она нам выдавала всем ведущим, значит, по первое число, кто молодец, кто не молодец. Mm-hmm. И, в общем, и мне говорят, Кучер, тебя уволят, потому что так эфиры не ведут, так нельзя. Ну что это такое? Ты притаскиваешь музыкальные инструменты, то гитару, то барабаны, притащишь то трубу какую-то, то ты петь начинаешь с ними караоке. Я был первый на телеке, кто пел караоке. Представляешь, со слушателями. А ты это не обсуждал до того? Нет, у меня это приходило. Я, ну, то есть я перед эфиром придумывал, говорил, Нина Смирнова у меня сидела, редактор в ухе. Я говорил, у меня идея такая, давай сегодня это сделаем. Она такая, ну давай. Но видишь, как оно сработало? Мы пообщались с одним известным актером, который рассказал нам, как он проверял свой-чужой. Вот ты вот к какой категории относишься. И можно ли с тобой в разведку пойти? Да? Давай посмотрим. Внимание. Иногда бывает такая ситуация, когда человек приходит в новый коллектив, и ему никак. Вот, он как инородное тело. Оскар так плавненько влился. Мы с радостью приняли его в семью. Ну, в общем, оказался без понтов нормальным, обычным молодым человеком. Это было чрезвычайно приятно, потому что не все московские артисты ведут себя подобающим образом. Конечно же, когда он приехал, мы его немножечко проверяли. Проверяли настолько, сколько он может выпить. Кофе крепко. Чаю крепко. Это я, понимаете, про что говорю. Но, тем не менее, он оказался в доску своим парнем. И с радостью, и с грустью вспоминаю те моменты. Вместе работалось прекрасно. Оскар, я от всей души
И желаю здоровья тебе и твоей большой дружной семье. И надеюсь, что в скором времени, может быть, мы даже пересечемся где-нибудь на съемочной площадке. Люблю тебя, Александр Половцев. Братец мой дорогой, я его обожаю. Сашка, конечно. Слушай, это чистая... Во-первых, Сашка, спасибо тебе огромнейшее за теплые слова. Это чистая правда. Вообще, первая встреча у меня с Мишей Трухиным была на площадке. Мы идем по коридору с ним. Уже, ну, привет, Миша, там, Оскар. Да. Все. Кинули текст какой-то, значит, снимаем. Эпизод сняли, первый дубль, разворачиваемся. Миша такой, ты водку пьешь? Я говорю, да. Он говорит, значит, сработаемся. И пошли второй дубль делать. Свой, то есть свой все-таки, свой. Вот тебе приходится общаться с разными актерами, великими актерами. Часто говорят, что вот московские вот актеры, они как-то включают снобов в какой-то момент, да? И вот тебе приходилось чувствовать, что как-то на тебя пытаются давить авторитетами? У меня в жизни был только один случай, когда я почувствовал, что человек ведет себя отвратительно. Это я был совсем юным, я подошел к Александру Градскому, хотел взять у него интервью, а он меня послал на три буквы. Так? Ну, так вот, да. И для меня человек закрылся. Я не говорю, что он плохой или хороший, я его вообще не знаю. Наверное, может быть, он и хороший для кого-то. Но, во всяком случае, воспитания ему хватило на то, чтобы меня послать. Там, 20-летнего парня. Ну, а сейчас какой бы ты дал совет, вот как ставить снобов на место? Я не знаю, мне кажется, со снобами лучше не общаться вообще. Вот. Но я не делю артистов на московских, киевских, питерских. Либо артист, либо не артист. Если человек... Чем меньше человек... Знаешь, чем меньше артист, тем больше себя строит. Вот это 100%. Это проверено. Понимаешь? И я не люблю хамов. Я не люблю людей не чутких. Потому что в нашей профессии важно быть чутким. И по отношению к партнеру, и по отношению к группе, и по отношению к окружающим, вообще, в принципе, людям. При этом я дико не люблю понебратство. Вот. И это не имеет отношения к друзьям, там, к партнерам, да, это имеет скорее отношение к зрителю, потому что частенько сталкиваешься с ситуацией, когда люди себя ведут, ну, знаешь, я понимаю, что они знают тебя, они привыкли видеть тебя у себя на кухне, вот, но они совершенно не ставят себя на твое место. Это ты у них на кухне, а не они у тебя. Вот в чем разница. А помимо Градского были такие актеры? Да я уж сейчас и не вспомню даже. Этот случай с Градским просто мне запомнился, потому что это было первое мое общение, когда я был с микрофоном и камерой. И это был ночной клуб какой-то, он стоял у барной стойки, я подошел, говорю, Александр, здрасте, Муз-ТВ. А он говорит, кто? Я говорю, ну, три буквы ТВ. Он говорит, ну, иди на три буквы. А какой был Владимир Этуш? Я знаю, что ты его смог до белого коленя довести. Да, слушай, ну, это была глупость просто совершенно. Я его лично видел один раз, когда он меня выгнал из института, из Щукинского училища, за то, что я выпил. Это было в 91-м году, представляете, 30 лет назад. Что он тебе сказал тогда? Шел вон из храма. Это не имеет отношения к нему, да, как к человеку или как к артисту. Это имеет отношение ко мне, как к идиоту просто, которому не надо было себя вести, в общем, неподобающим образом. А если бы была такая возможность попросить прощения у него, попросил бы? Ты знаешь, для меня самое большое его прощение было, это когда в газете «Московский комсомолец», по-моему, ну, какой, короче, какая-то газета, да, такая достаточно знаменитая у меня на родине, в свое время, когда я снимался еще в «Улицах разбитых фонарей», это была телепрограмма, ну, там, в том числе телепрограмма, и внизу каждый раз внизу этой газеты таким вот выступом было мнение какого-то известного человека, да, по поводу разных программ на телевидении, разных фильмов и все. И там был как раз Этуш, который отметил «Улицы разбитых фонарей» и как артиста сказал, мне интереснее всех наблюдать за Оскаром Кучерой. Я думаю, блин, помнил бы он, что он меня выгнал из института. Но это было самое большое, наверное, прощение и похвала от мастера спустя много лет. Еще где-то я читал, что ты очень веришь в порядочных людей, из-за этого очень страдаешь, причем и материально. У нас есть одно интервью как раз вот на эту тему. Да, давай посмотрим. У меня это ощущение, что я его знаю лет 30. На самом деле, поменьше, конечно. Пересеклись мы на съемочной площадке, и я его видела до этого на музыкальных телевизионных каналах и всегда думала, как ловко они проводят кастинг, где они находят таких обаятельных ребят,
с подвешенным языком, умеющих свободно, комфортно, профессионально держаться в кадре, говорить и обсуждать любую тему абсолютно. И как-то при встрече я ему об этом сказала. На что он мне говорит: так я же профессиональный артист. Я так изумилась. Я говорю, вот сейчас у меня тогда пазл сошелся. Потому что я-то об этом ничего не знала. И потом судьба подарила мне удивительную возможность встретиться со Оскарчиком уже на театральных подмостках с зачиткой пьесы в одном проекте. Это для меня был уже другой Оскар. Местами вредный, но всегда по делу. Он ревнив. Он чертовски ревнив. И это тоже здорово. В профессиональном смысле, конечно же. Открыл он ресторан. Решил стать ресторатором. А я знаю его страсть к готовке. Но он просто фанатично любит вкусно поесть. И он в этом знает толк. И я говорю: я надеюсь, ты это сделал самостоятельно. И вдруг слышу: о, ужас, с друзьями. И я так, сведя ладошки, говорю: в скором будущем ты лишишься друзей. Он говорит: да ты что? Ты чего, ты не понимаешь? Мы там лет 10 вместе, мы чуть не в футбол, в хоккей играем и там в пинг-понг. Я говорю: поверь мне, я уже эту собачку скушал. И прошло, наверное, месяцев 6-7. Он позвонил мне и говорит: Леночек, ведь ты была права. Я не ожидал, что бизнес способен разрушить дружбу, которая казалась навсегда. Это еще раз доказывает о том, что он филантроп. Он любит людей, и он доверяет людям подчас, рискуя. Дорогой Оскарушка, Рыжик, ты очень гармоничный, красивый человек. Я горжусь тем, что в моей жизни есть ты. Я прошу тебя только об одном и желаю тебе одного. Не меняйся. Как в воду глядела тогда, да, Елена? Да, это правда. Но я хочу немножко сейчас так тучи развести руками, потому что мы не поссорились ни в коем случае. Людей я не потерял. Я, к сожалению, потерял своего бизнес-партнера и друга. Он просто умер. Но это вот случилось не так давно. Потрясающий человек, совершенно ресторатор замечательный, Михаил Шорин. Мой очень близкий друг был, с которым мы, собственно говоря, и делали этот ресторан, который меня пригласил в этот проект. Но мы не потерялись как друзья. Обошлось. Я думаю, что всем хватило душевных сил оказаться выше вот этих вот. А еще на чем-то тебя нагревали, обманывали? Да наверняка. Ты знаешь, удивительная вещь. Вот я не знаю, как у тебя в семье это происходит, но мы ссоримся с женой периодически. И я клянусь тебе, что через полчаса я дико злюсь, но я не помню, почему мы поссорились. Угу. Поэтому я, наверное, какие-то главное, вещи... Главное, как миритесь после этого. Да, хорошо. Я, наверное, какие-то вещи просто, знаешь, выключаю из памяти, и сейчас... Вот зла не держу. К чему ты прислушиваешься, там, принимая какое-то решение, будь то бизнес, будь то в профессии? Ну, я к жене прислушиваюсь всегда. Скажу тебе честно, я не всегда ее слушаю. Иногда выслушиваю о том, что я ее не слушаю. Но она зачастую права. Вот взгляд со стороны все-таки необходим. Ну и друзья, да? Просто я же мужик, и я сказал, друзья... Нет, наверное, нет. Наверное, все-таки я слушаю себя и слушаю семью. Для меня семья важнее намного. Хорошо, тогда предлагаю послушать твоего друга. Да? Он, конечно, да. Несмотря на его небольшие размеры, он брутален. В молодости там, наш общий педагог по сценическому движению в ГИТИСе, Анастасия Всеволодовна Вербицкая, выложила недавно фотографию, где там Оскарик, 21 год. Уже этот взгляд, уже понятно, что он будет звездой ему на этой фотографии. Вот. Но он успешен, что бы он ни делал, он прекрасно поет, прекрасно двигается, занимается спортом, прекрасно выглядит. Что-то мы с ним стояли в гримерке, он там стоит, он же вот такой, ну, для меня. И он мне говорит: что-то я поднабрал, да? Чего? Что-то я поднабрал. И тут я смотрю, он пошел в зал в пандемию, значит, качался там, накачался бицуху там. Все такое
прям вот средних лет такой бычок. Вот это... Ой, это позавчера. Оскарик. Он там повздорил на спектакле, и это просто смешно. Причем у него всегда вот эта ругань, она начинается с какого-то момента, что он сдерживается. То есть он задает какой-то простой вопрос, там, например, там, а что ты мне эту фразу не сказал? Человек ему что-то отвечает, он ему отвечает, и уже пошла ругань. И всегда вот все вот конфликты, которые я видел, у него были с кем-то, они всегда на пустом месте, просто вот с такого разговора, примерно как мы с вами сейчас знаем. Что это вызывает у меня дикий приступ смеха. Прям реально. Друг мой, ну, я надеюсь, что ты там через 2 месяца приедешь, и мы с тобой сыграем спектакль. А вот, и поедем на гастроли, и обязательно погуляем по городу. А вот, я тебя жду, ты молодец. Ничего заказывать я тебе не буду в Киеве. Хотя привези не рябиновые бусы, а киевский торт. Да, Мишка пару раз был свидетелем моих истерических криков. Бычок средних лет, он сказал. Да ты в отличной форме, кстати. Я тоже хотел отметить, что фитнес, зал, диета. Слушай, я всегда в одном и том же месте хожу в фитнес-центр. Угу. Я с собой вот вожу резиночки и занимаюсь резиночками. Дивіться далі. На тебе есть какой-то ярлык? Скажи говно. Понравилась характеристика? У меня уши красные уже. Это очень смешно. Что осталось в памяти? Снятся нам довоенные годы, и разрывы почти не слышны. Многие артисты говорят, что хуже не бывает, когда на них навешивают какой-то ярлык. Этот ведущий, этот сериальный актер, этот корпоративы ведет. И вот когда этот ярлык приживается, то это беда-беда. Вот ты чувствуешь, что на тебя есть какой-то ярлык? Да есть, наверное. Я думаю, что и сериальный, и корпоративный, и телеведущий есть. Конечно, хочется большего, что говорить, да, хочется. Я знаю, что я созрел для... хороших ролей, что называется, созрел по-хорошему, созрел. Я сейчас способен из себя извлечь ту глубину, которую мне там на протяжении многих лет и в кино, и в театре, пожалуй, не хватало. И сейчас мне повезло, да, там сыграть вот в Киеве. У меня было 2 проекта, где я сыграл просто негодяев таких жестких. И мне кажется, это было интересно. Там все, что угодно можно говорить о проекте, о самом целиком. Я говорю про свою роль. Мне повезло в театре сейчас. У Артема Каграманяна я играю в «Дон Жуане». В общем-то, такой персонаж называется исполнитель, но это смерть, ангела смерти. Вот, и тоже такая достаточно глубокая история, мощная. И пресса, конечно, у этого спектакля тоже очень мощная, касательно меня, что приятно очень. Поэтому я понимаю, что я созрел, и дай бог, чтобы режиссеры и продюсеры, сейчас главнее даже продюсеры, смогли во мне это рассмотреть, потому что я знаю, что я могу это сделать. Ну, говоря о ярлыках, вот один из известных стендаперов дал тебе, на его взгляд, очень краткую и интересную характеристику как актером. Посмотрим. Еще у актеров есть профессиональные слова, как во всех профессиях. У них есть пробы, на которые они ходят и пробуются с партнерами и партнершами. Недавно она мне заявила, я была на пробах с Оскаром Кучерой. Очень комфортно. И как реагировать на это? Типа, с Оскаром? Ха, класс! Надеюсь, он не перебивал тебя, не залезал своими репликами на твои реплики, да? Не пережимал по эмоциям, не ***л тебя в конце концов. Как там у вас? Как там у вас, актеров? Это очень смешно. Да, отличный парень. Да. Понравилась характеристика? Ну, ты же в Инстаграме, в соцсетях ее разместил, по-моему. Я выложил, да, ее, потому что это мне кто-то прислал. Потому что это правда? Ну, возможно, это правда. Но я нет. Но комфортно. Не залезал, честно, репликами. А комфортный актер это какой? Да бог его знает. Я не знаю, что такое комфортный. Мне кажется, комфортный может быть человек. Вот мы сидим, мне с тобой комфортно сейчас очень. Спасибо, да? Поэтому взаимно. Ты комфортный человек. Спасибо. Ну, предлагаю еще один фрагмент посмотреть. Из твоей юности, когда ты еще не забивал себе голову всякими высокими материями, категориями, комфортно, некомфортно, а просто делал работу и, по-моему, давай был посмотрим. Абсолютно счастлив. Смотрим.
Проходите, товарищ полковник. Сюда, на раз. '85 год. Какой год? Лето 84-го. И режиссер твой папа? Мой папа, да, режиссер. Да. Батальон «Просит огня» Олег Николаевич Ефремов. Да. Ой, да. Сколько тебе было лет тогда? 10 лет. Олег Ефремов учил тебя ругаться, потому что да! мужик должен уметь да, ругаться. Да, да, да. Ой, это было очень смешно. Он говорит, скажи говно. Он с этого Я начал. Сижу, да, у меня уши красные уже. А мой папа говорит, Олег, ты чего? Мужик должен уметь ругаться, скажи говно. Что осталось в памяти, в сердце вот с того времени, с момента съемок? Слушай, ну я помню, для меня, конечно, самое интересное было это не ехать на лодке, а... Для меня интересно было, я стрелял из ППШ, из ТТ, из Кольта. Я там перестрелял все, что только можно. Я кидал учебные гранаты на съемке. А песню из этого фильма помнишь? «Минуты тишины». Так бывает в дни войны, нам на фронте снятся сны. Снятся нам довоенные годы, и разрывы почти не слышны. И стоим мы в дни войны тишиной. Оглушены. Я прекрасно помню, как мы сидели на кухне, и папа принес эту песню. А Караченцев, да, я вспомнил. Да, Коля Караченцев, Николай. И я помню, как он ее напевал, папа напевал на кухне, еще не была она не записана, ничего. Для нас это очень серьезная и важная тема. 9 мая, День Победы. Из года в год мы делаем самое главное событие в нашем эфире. Огромный марафон, телемарафон, там звучат военные песни. И, кстати, звучит вот эта песня из кинофильма «Батальоны просят огня». Давай посмотрим, как у нас это в эфире. Конечно, с большим удовольствием. Да. Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины. Когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны тишиной оглушены. Так бывает в дни войны, нам на фронте снятся сны. Снятся нам довоенные села, где в окошках огни зажжены, и в землянках в дни войны дышат миром наши сны. Здорово. Что для тебя и для твоей семьи День Победы? Очень многие люди бесятся. Кому нужен этот парад? Кому нужны все это? Вы нам не даете ездить, вы нам не даете все. И это мои друзья какие-то пишут даже тоже. Я, наверное, когда еду за рулем, тоже злюсь, но понимаю, что это необходимо. Я понимаю, что этот парад это для наших детей. Мои дети с огромным нетерпением бегут к телевизору или к окну смотреть, как летят самолеты. Кто-то говорит, что мы бряцаем оружием перед всем миром. Нет. Мы отдаем дань памяти. Это как напоминание о тех годах, и это как сохранение памяти о тех днях, в которых мы потеряли огромное количество людей, тех самых молодых ребят, у которых были надежды, были эмоции, были желания, которые сейчас мы можем воплощать только в наших песнях, в стихах и вот в этих парадах, потому что пока мы помним, они живы. Это действительно так? Да, поэтому я считаю, согласен. Что это необходимая история. И как я могу относиться? Я с большим уважением
к памяти. И говорят, сейчас кому нужен этот парад, опять же, да, потому что ветеранов практически не осталось. Ребята, это не для ветеранов. Это чтобы помнили. Для наших детей. Да, для детей, внуков, правнуков, да. Победителей. Да? Да. Да. Хотел о твоем папе еще поговорить. Александр Акимович. Да. Он до 71-го года жил в Киеве. Да. Он жил здесь, ну, работал, он учился. Он жил и во Львове жил, насколько я знаю, в эвакуации. Бабушка у меня жила, проспект Победы, дом 5. И я сейчас, когда езжу на киностудию, все время проезжаю мимо этого дома. Я прекрасно помню, я сюда приезжал очень часто и какое-то время здесь жил летом, ну, не один год. То есть для меня это страна родная, Украина, и Киев родной город, который я помню с детства. Мы тогда тебе сделаем сейчас просто небольшую экскурсию по местам работы твоего папы Александра Акимовича. Да ты что, да. Круто. Это студия Довженко, Киев, научфильм. Да. Да, давай посмотрим. Давай. Да, я там был. Бэбик большой. Родина. Опа. А папина роспись. Подпись папы ты узнал. Да. Мы связались с архивами киностудии Довженко, Киевмучфильма, да. Киевского национального университета, да. Телевидения, кино, да. Театра Карпенко-Карова, да. Где учился, да. твой папа. И мы не нашли никаких сведений, кроме каких-то кратких формальных выписок, вот как мы сейчас видели. Да. Дата, поступил, ага. на работу, там рождение и, да. тому подобное. Где какие-то фотографии, видео? Казалось, это должно быть в архивах. Папа что-то рассказывал о том периоде? Слушай, ну, период был не самый лучший, ведь такое это было после войны, да, все, и вот после сталинских времен, когда были гонения на евреев достаточно серьезные, вот, и я думаю, что с этим это связано, что документы Ну, видимо, это связано попрятаны. С тем, что ты сказал, да, с пятой графой, как говорится, да, угу. потому что я так понимаю, что он отсюда и уехал по этому поводу, потому что сложно, он же у меня с таким характером еще покруче моего был, вот, и... Конечно, он такой борец за правду. А у твоего же папы была вторая семья, да? Первая. И у меня сестричка моя, Юлечка, да. Я ее очень люблю, и люблю ее семью. Я уже дедушка. Да, у меня есть внучатая племянница, да. Вот, так что... Кстати, хотел поговорить об отцовстве. Как папа тебя воспитывал, и как ты теперь своих пятерых детей воспитываешь? Ну, у моих родителей не было особо времени заниматься моим воспитанием, скажем так, да. И потом один ребенок в семье — это вообще курорт, поэтому, знаешь, как бы... Знаю. Да. Вот, папа работал все время на съемках был, мама работала все время, да, то есть вечером мы встречались, и когда они приходили с работы, я шел гулять, соответственно, уже в таком здравом, как говорится, возрасте, более старшем. Поэтому, но меня, мне доверяли всегда, вот. И из-за этого, возможно, я не всегда доверяю своим детям, а доверяю, но проверяю. Потому что меня не проверяли, и я, конечно, понимаю, что если бы меня проверяли все-таки хоть чуть-чуть, я, может быть, большего бы достиг с точки зрения там учебы, да, потому что я не очень хорошо учился, и сейчас своим детям я даю возможность ненавидеть себя,
меня имеется в виду, за то, что я их мучаю с учебой. Я знаю, что твоего папы не стало год назад, он умер из-за последствий коронавируса. Да, не последствия, а просто от коронавируса, да, умер он, ему 85 лет было, он прожил прекрасную, очень трудную, но удивительно насыщенную жизнь, и да, у него с сердцем случилась проблема, он попал в больницу сердцем, и в больнице уже заразился ковидом, его просто неправильно лечили, к сожалению, ну. Что с его уходом вот в твоем мировосприятии изменилось? Ну, я был готов, наверное, так я тебе скажу. Хотя к этому нельзя быть готовым. Я просто счастлив, что у меня был такой отец. И есть такой отец, да. Мы не так часто общались. Ну вот, потому что я жил своей жизнью. Они с мамой абсолютно самодостаточные люди, жили своей жизнью. Вот, то есть, мне кажется, я там за последний вот с момента смерти папы с мамой общаюсь больше, чем за всю жизнь вообще. Ну, как-то так, мне кажется. Ну вот, потому что я прекрасно знал, что они вдвоем, и им хорошо вдвоем. И, в принципе, так и было. Максим Галкин в интервью Познеру как-то сказал, что не принадлежит к числу артистов, которые желают умереть на сцене и считают, что сцена — это для них все. Для тебя может быть жизнь без сцены, без телевидения? Я, наверное, так же, как и Максим, не принадлежу к числу людей, которые хотят умереть на сцене и вообще не представляю себе жизнь без нее. Нет, я представляю, потому что для меня важнее семья любой работы. Но я прекрасно понимаю, что если я не буду работать, то семье будет тяжеловато. Вот поэтому мне приходится. Но я делаю это с удовольствием. То есть я с большим удовольствием еду в другие страны, в другие города, играю в спектакли, снимаюсь в кино. И кайфую от этого вообще. Оскар, я очень рад нашей встрече. И спасибо тебе огромное за интервью, за твою искренность и откровенность. Дай спасибо. Бог тебе сил, энергии реализовать все проекты, которые касаются сцены, не сцены, твоей семьи. Здоровья тебе и нам всем. Спасибо огромное большое. Спасибо. Спасибо. Це «Поза очі» – програма про те, які зірки насправді.